Всем привет, друзья! Вашему вниманию 10 копеек 2005 года, состояние UNC. На монете нет штемпельного блеска, но монета, которая не была в обращении. Такая монета, как и 3, 6, 4 год, уже стоит до 10 гривен, потому что монетку очень тяжело найти в таком состоянии. Поверьте, можете посмотреть в своей копилке. Монеты этих годов уже убитые. Съеденные поля. Агрессивная среда их не щадит. Потому что все-таки идет время и беспощадно убивает монеты. Такую монетку найти уже очень и очень проблемно. Ну вот как-то так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте, и до новых встреч!